В Сургуте пожар унес жизнь мужчины. ЧП случилось на улице Губкина 7 вечером в воскресенье. На третьем этаже жилого дома сначала произошел хлопок. Ударной волной в квартире выбило окно и вспыхнуло пламя. Соседи позвонили спасателям. На место приехали 7 спецмашин МЧС. 25 огнеборцев приступили к ликвидации ЧП, оказанию помощи жителям дома, которые не смогли самостоятельно покинуть квартиры из-за сильного дыма. Открытое горение ликвидировали через 15 минут после вызова. Внутри, как выяснилось позже, находился 63-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели, когда сбили пламя. По предварительной информации с места, ЧП случилось из-за разгерметизации самогонного аппарата. Однако у сыщиков есть и другая би-версия. Точные причины установят дознаватели. По статистике Управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута, с начала года в городе произошло чуть более 270 пожаров. В них погибли 4 человека, 8 получили травмы. По предварительным данным, очаг возгорания обнаружен в районе розетки, в связи с чем на данном этапе проверочных мероприятий в качестве приоритетной рассматривается версия о замыкании электропроводки. Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, к проведению которой привлечены специалисты пожарной лаборатории МЧС России.